Милые женщины, разрешите от Совета муниципального образования город-курорт Анапа поздравить вас с весенним замечательным праздником, Международным женским днем 8 марта. Желаю вам счастья, удачи, здоровья вам и вашим близким. С праздником, всего самого доброго. Дорогие дамы, поздравляю вас с этим замечательным праздником весны. Желаю вам большого женского счастья, гармонии и чтобы в вашей жизни рядом всегда была сильная половинка, которая будет защищать вас, оберегать и дарить свою любовь. Дорогие наши женщины, от лица Анапского районного казачьего общества, татамана Анапского района Валерия Александровича Плотникова, хочу вас поздравить с наступающим женским днем. Пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, всегда оставаться такими красивыми, привлекательными. Дай вам Бог здоровья. В здравоохранении, как нигде, очень много женщин. Это женщины-врачи, женщины-медицинские сестры, младшие медицинские работники. На них держится основная работа. И без женщин здравоохранение не смогло бы существовать. Люди бы страдали от боли, не вылечивались бы болезни. Нам очень нужны, очень важны женщины. И мы их любим вас. Мы мужчины, не только здравоохранения, все мужчины присоединяются к этому поздравлению. Мы вас любим, мы вас очень ценим. Мы желаем вам здоровья, мы желаем вам любви. Оставайтесь всегда с нами. Поддерживайте нас в самых сложных ситуациях. Спасибо вам. Мы всегда преклоняемся и знаем историю Отечества. Все всегда мужчины любили женщин, как прекрасный пол, которые вдохновляли нас на подвиги, на совершение великих дел. Но мне нравится одно выражение одного из человека. Если Всевышний создал Вселенную, то женщина родила человечество. Слава женщине, которая родила человечество. Если бы женщина не родила человечество, нас бы с вами не было. Здоровья, любви, чтобы они всегда любили, чтобы их любили, чтобы они были любимыми, здоровья, мира, добра и поддержки окружающих.